нужно так, чтобы здание было полностью востребовано и соответствовало стандартам. Будет кабинет рентгенографии, маммографии, естественно, все оборудование УЗИ. Чтобы они могли здесь просто все, никуда все, не выезжать. Да. Плюс подстанция скорой помощи на машине. Вот это тоже люди должны понимать, что они не получат типовое, обычное здание, они получат максимальный комплекс медицинского обслуживания здесь. Вот все, что можно, стройка идет. У нас вот в этом доме есть какие-нибудь активисты такие, которые могут в окошко смотреть и говорить: пошла заливка. Александр Константинович, я вас прошу, создайте рабочую бригаду. Я к себе их возьму прямо вот под крыло тех людей, которые вот тут живут, чтобы жители не переживали.